Подари игрушку детям героев специальной военной операции. Благотворительную акцию решили провести умелицы волонтерского движения «Ярмарка мастеров Z». Вязаные мишки, котики, собачки и сказочные персонажи поселились в доме офицеров Черноморского флота. Люди покупают, оставляют у нас. У нас уже целый мешок собрали. Также можно принести свои игрушки, сделанные своими руками. Мы также передадим. Можно купить игрушку на ярмарке, тоже оставить. Игрушки у нас сделаны с любовью. Девочки вяжут с молитвами. Игрушки отправляем ребятам, как талисманы. И командиры нам отправляют позывные ребят. Мы вышиваем и также отправляем туда. Ко дню защиты детей купленные мягкие игрушки вручат новым владельцам, ребятишкам из семи участников специальной военной операции. Вырученные средства от продажи своих изделий мастерицы отправляют на помощь фронту. Приобрести вязаные фигурки и присоединиться к волонтерам можно в телеграм-чате «Ярмарка мастеров Z» или лично в вестибюле ДОФа с 1 по 31 мая.